Здравствуйте, мы продолжаем расширять линейку аккумуляторного инструмента, который есть у нас в наличии в городе Череповец, аккумуляторными шуруповертами. Это проверенный производитель времени МДКО. В комплекте идет у нас два аккумулятора емкостью 1,5 ампер-часа напряжением 16 вольт, который хватает для абсолютно любых задач. Присутствует цветовая индикация нагрузки. Также есть режим сверления, ну и, соответственно, закручивания. Реверс. В комплекте поставки идет коробка, зарядное устройство и два аккумулятора. Хочу сказать, что сам пользуюсь шуруповертом марки Deco уже на протяжении, наверное, 3,5 лет в эксплуатации. Они показали себя очень достойно, никаких проблем нету. Единственный момент, на который стоит обращать внимание, при переключении режима из режима сверления в режим закручивания нужно проверять, чтобы вот данный ползунок переключился полностью во избежание деформации механизма. Потому что иногда бывает, но у меня вот сейчас не удается это сделать, чтобы он не до конца зафиксировался. Но бывает, что он в промежуточном положении встает. И в таком режиме пользоваться категорически не рекомендую. Нужно провернуть просто патрон, и он отлично встанет обратно на место. Это конструктивная особенность не только этого шуруповерта, но и большинства аналогов. То есть контролируйте переключение и не начинайте крутить, пока до конца не будет переведен ползунок. В целом шуруповерты просто отменные. Я свой эксплуатировал вообще нещадно, включая замесы жидкостей для штукатурки, ну, строительных клеев и так далее. И несмотря на все это, шуруповерт Deco пережил это все безобразие и отлично работает по сей день. К слову сказать, что аккумулятора хватает и мощности, чтобы закручивать сотый саморез, там свежее мокрое дерево, вполне хватает мощности. Поэтому для бытового использования это один из лучших вариантов. Поэтому звоните, пишите, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, дам возможность проверить инструмент. С вами был Константин, обращайтесь, всего доброго.